Спонсор прогноза погоды – компания «Гарант прав». Надоело сидеть в кредитах? Вся зарплата уходит на погашение долгов? Устали выслушивать угрозы коллекторских агентств? Мы решим ваши кредитные проблемы. Компания «Гарант прав». Полный цикл работ по юридической защите. Измените свою жизнь в лучшую сторону. В субботу в Самарской области ожидается пасмурная и снежная погода. Температура воздуха днем минус 5, минус 8 градусов. Ночью 8-10, ниже 0. Ветер преимущественно юго-восточного направления. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо закроют тучи, осадки в виде продолжительного снега. Днем минус 5 градусов, ночью 8 с минусом. В Тольятти пасмурно и снег. Днем минус 6, ночью минус 8 градусов. Ветер юго-восточного направления 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, снег в течение всего дня. Минус 7 градусов днем, ночью 9 ниже 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.